сорт острого перца Бикино Амарелло. Этот персик относится к виду Capsicum chinensis. Очень урожайный сорт. Острота такого перца от 1 до 2000 сковелей. Это, можно сказать, слабоострый сорт. Срок созревания у него 80-90 дней. Высота кустика может достигать от 50 до 70 сантиметров. Это сверхурожайный сорт перца. Посмотрите, какое большое количество на нем перчиков. Созревает он от светло-светло-зеленого. Вот он практически белый. Потом становится слегка вот таким вот оранжевым. Вот видите, какой красивый. И в конце становится оранжевым. Посмотрите, какая красота. Такими вот носиками. Вот. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Очень большое количество плодов. Теперь, видите, прямо такими пучками. Вот он постоянно цветет у нас. У меня кустик невысокий. Где-то сантиметров 30 в высоту. Находится под сеткой. Очень интересный сорт. На вкус он насыщенно пряного вкуса. Плоть у него плотная, сочная. Вот такой вот кустик небольшой. Если кто любит, чтобы у него постоянно был острый перец, этот сорт как раз для вас. Он плодоносит постоянно. Вот смотрите, какое количество плодов у него. Плоды сочные. Вот так он вяжется. Видите, сначала цветочек идет, потом мелкая зависть. Потом он идет зеленого цвета, такой вот маленький. Потом становится чуть светлее, потом еще светлее. Он почти белый, а потом начинает менять цвет. Он слегка становится желтым. И уже полностью созревает до такого вот красивого цвета. Вот такие вот у него цветочки. Советую такой сорт, выращивайте себя дома.